Обалдеть! А вдруг это кукла? Я вижу вверх коробки кукол Freaky Fusion бюджета. Посылка с Мариуполя, Украина. А теперь переходим к подаркам со встречи монстр-хайлайверов и биггеров. Давайте начну с этого вот подарочка. Это подарок от Гюзарь. Ух ты, рисуночки. Сколько всего. Киндеры! Вот я вытащил все подарочки, сейчас я вам их поближе покажу. Давайте начнем с киндеров. Я так люблю киндеры. Каждый раз, когда прохожу в магазинах, смотрю только на них. Интересно, что там. Оранжевое яичко, значит, фигурка из коллекции. Майк Мазовский. Майк Мазовский! Я недавно смотрела «Университет монстров». И так хотела эти киндеры. Вот кладыш. Да, это университет монстров, не корпорация. Вот такой вот вкладыш интересный. У меня был вот этот вот мужичок, но я его уже где-то потерял. И мне так нравится Майк Мазовский. Это мой любимый персонаж. И как раз он подходит к Кайли. Такой зеленый, и у него один глаз. Привет! Спасибо, Гизаль. Но это еще не все. Еще одно оранжевое яйцо. Это Райдер, если я не ошибаюсь. Тоже мне он нравится как персонаж, потому что он исчезать может. Но из-за того, что даже он злодей, ничего страшного. Такой вот глазастик с очками. Ящерка фиолетовая. Меняет цвета и исчезает. Заткнись, Майк Мазовский. Ну и также тут было желтое яйцо. Если яйцо желтое, то фигурка не из коллекции, а может попасть какая-то вертушка или еще какая-нибудь фигня. Так, кто это такой? А, так это же Скай из Винкс. Как раз у меня есть киндеры Винкс, нету Ская, и его, наверное, даже не выпускали, и он такой вот резиновый. Обязательно вот фоточка такая, он будет стоять с Блум. Вот такой вот Скай, принц. Спасибо, Гюзарь огромная. И прозрачная капсула. Что же тут такое? Ух ты, это из тачки мультика. Вот покажу вам вкладыш. Его зовут сэр Майкл Карандавал. Вот. Когда я смотрю на машину, я тоже думаю, что они частенько могут оживать. Вот все киндеры. Спасибо, Гюзарь. Огромное. Ух ты. Черепок такой, Monster High. Написано Бига Егоров. Monster High, Ever After High. В принципе, я этих кукол и коллекционирую. И посмотрим на рисуночки, которые нарисовала для меня Гюзарь. О, первая это Iris Klopps. Красиво у нее получилось. Если ты хочешь развивать свой талант, то побольше рисуй. Чика. Птичка такая. Это Чика из игры Фредди. Я хотел поиграть в эту игру, но я даже первый уровень не прошел. На меня всегда Фредди кидался. Я такой, да ладно эту игру, выкручу и все. Ой, также лисичка еще. Не помню, как ее звали, но просто лисичка может. Я не сильно разбираюсь в этой игре. Такая вот Маша тоже ручкой. Немного пугают меня они. Гил Вебер. Также тут есть роспись. Twilight Teen Sparkle. Вот не такая. Главная вроде она самая. И Финн из Времени Приключений. Ну и вот такой вот еще рисуночек. Что тут написано? А, тут написано Богдан Егоров. Супер. Круто. Классно. Я сначала неразборчиво как-то было написано. Думала, что это такое. Ее зовут Радуга. Мой любимый персонаж. Огромное спасибо, Гюзарь. Прям подняла мне настроение. Здорово. Ну и откроем этот серебристый подарочек. Тут две ленточки, синяя и голубая. Ух ты! И это Гюзарь сделала сама. Это самодельные вкусняшки из парамельной глины. И если не ошибаюсь, это похоже вообще на сосиски в тесте. Очень аппетитно выглядит. Спасибо. Я еще нашел коробочку с подарочками. Две книжки очень красивых, самодельных.
химия и просто такая вот черная. Пофоткаю монстряшек, спасибо, Гюзель. И для стоп-моушенов, кстати. Объемные книжки и выглядят естественно. О, не может быть! Обезьянка такая красная, ее можно одеть на карандаш даже вот так вот сюда. Я знаю, что это кропотливая работа и очень тяжело делается. Также есть рюкзачок вот такой вот или сумочка радужная. Вот обезьянку можно вот так вот одеть на карандаш. И прикольно она смотрится. Я думаю, если я прикреплю это на карандаш и в школу возьму, то будет мне поднимать настроение. А то бывают скучные уроки. Это похоже на грушу, но можно вот куколку вот так вот резиночкой в руки дать, и будет как сумочка. А это уже портфельчик. Синий и белый. Вот тут рямки есть для рук. Розовая сумочка. А это леденец на палочке. И брелок. И браслетик. Черный и белый. Ух ты, спасибо, Гюзель. Классно. Очень красивый. Очень качественно и плотно сплетено. И две ракушечки. Ну а теперь можно перейти к письму. А, закладка с кисечками. Две кисы. Козовчак у меня здесь лежит. Вы только посмотрите на него. Прям облачко такое серое. Также мне Гюзель, конечно же, написала письмо. У тебя очень красивый почерк. Огромное тебе спасибо, Гюзель, за все твои подарочки. И следующий подарочек от Ноны. Все, я выложу. Нона мне подарила плетеные фигурочки, которые она делала своими руками и с любовью. Вот такой вот белый скелетик, наверное, он даже из Майнкрафт, который стреляет из лука. И вот такой вот миленький панда. Это даже как сумочка, тоже могу куколки дать вот так на ручку. Также тут лежал просто обалденный браслет. Он настолько качественно сплетен. И Нона сказала, чтобы я его подарил своей сестре. Ладно, не беспокойся, я его обязательно отдам сестре. Такой красивый. Прям как будто космос. Посмотрите, очень красивый. И также тут лежал очень элегантный подарочек от Ноны. Это маленькая ручка, я уже решил, я буду ставить ей автографы. Такая мини-прикольная. И галстук, розовый и черный. Так классно, красиво смотрится. Но лучше оставлю это все в коробочке. Лучше выглядит. И следующий подарок от Ноны, это письмо, конечно же, как я догадался, и рисунки. Потому что плотный такой, все классно так сделано, прям в файле, аккуратно. Тут нарисован слоумо и инвизибили, и надпись сверху «С днем рождения». Вот, угадал, письмо ППК. Пурсифона и Меолодия очень красиво нарисовала, молодец, Нона. Большое тебе спасибо за этот подарок. И спасибо, что пришла на встречу. Ну а еще на мою встречу пришла добрая девочка Вероника. И она мне подарила вот такой вот подарочек. Самодельный планшет. Она его вырезала. И вот такая вот даже подставочка есть. Можно будет кукол сфотографировать, типа они что-то там ищут. Такой вот монстрик кораллового цвета. И, кстати, он светится в темноте. Давайте я вам покажу сейчас. Заряжаю его энергией. На встрече мне подарили очень забавный рисунок с Клаудин Вульф. Этот подарок от Сайоры. Сайора мне подарила стикеры, желтый и оранжевый. Также Сайора мне подарила самодельное платье, очень красивое. Молодец, Сайора. Классно сделано. Примерь на какую-нибудь куколку. Также Сайора мне подарила наклейки. Спасибо, обожаю наклейки. Особенно с Monster High. Понадобится. И блокнотик с Клаудин Вульф. Вот такой блокнотик с цветными страничками. И открытка. С днем рождения, Бига, поздравляю. Наклеечки, яркая открытка. И прочитаю ее письмо для меня. Богдан, поздравляю тебя с твоим днем рождения. Я желаю тебе 100 тысяч бигеров и улыбайся каждый день. Спасибо большое, Сайора, за твои подарочки. Мне очень приятно. И, кстати, спасибо, что пришла на встречу.
Перейдем к следующему. Модно, удобно, доступно. Этот подарок от Насти Иващенко. Ух ты, тоже опять вязаные такие фигурочки тут есть. Как я хотел призрака, спасибо, Настя. Такой белый, даже прозрачно-перламутровый. И можно одеть на пальчик вот так вот и пугать. Браслетик. И еще один браслет. Кстати, в моих любимых цветах. Желтый и зеленый. Давайте его одену, и он пойдет в мою коллекцию браслетов. Красиво и аккуратно все сплетено. Молодец, Настя. И змейка. Вау, классно сделано. Snake sphere, planet beside. О боже, как это мило. Фигурка из мультика «Пчелка Майя». Пчелка Майя, ее так любят все вокруг. Вау, как ярко. Вига Егоров. И письмо небольшое такое в облачке. И написано «Ты супер». Пальчик вверх. Спасибо, Настя, за твои подарочки. Мне все очень понравилось. Также спасибо, что пришла на встречу. Передаю тебе привет. Следующий подарок от художницы Полины. Вы не поверите, но она мне подарила свои две картины. Вы только посмотрите, какие они красивые. Вот, первая и вторая. Шикарно. Молодец, Полина. Очень красиво. Тут собачка идет по полянке такой яркой. И 3D-картинка ящерицы. Почему 3D? Потому что она малость выпуклая. И такие выпуклые глазки. Красиво, молодец, классно получилось. Обязательно их повешу к себе в комнату. Полина, большое спасибо за твои картины. Передаю тебе привет и спасибо, что пришла на мою встречу. Перейдем к следующему. Этот подарок от Газизы и Гайни. Газиза и Гайни подарила мне вот такую вот яркую открыточку. Давайте я вам сейчас ее прочитаю. В день рождения, от счастья к удаче, от радости к счастью, пусть море везения качает почаще, сокровищ побольше, красавец внимания, и чтобы сбылись любые желания. Спасибо, очень хорошее пожелание. Также тут лежали браслетики красивые. Одену себе на руку, и они пойдут в коллекцию к моим браслетам. Также Газиза и Гани сплели вот такой вот красный подарочек. Спасибо. Вау, книга о мифах Древней Греции. Мне очень нравятся мифы. Спасибо, Газиза и Гани. Когда будет свободное время, обязательно прочитай эту интересную книжку. Классно, спасибо большое, девочки. И еще тут лежал рисуночек от Газизы и Гани. Желаем, чтобы твоя жизнь была яркой, как Мэдалин Хаттер от Газизы и Гани. Спасибо, девчонки, за такой вот подарочек. Вы мне подняли настроение. Передаю вам привет и спасибо, что пришли на мою встречу. Также мне на встречу подарили декоративные издания из бисера. Два браслета для кукол, которые мне очень пригодятся. Спасибо, Яжар. Таких вот 4 камушка и вкусненькие вишенки. Как раз для Гури. Также на встрече Monster High Lovers мне подарили шоколадку Alpengold. Я люблю шоколад с орехами, особенно с фундуком. Эту шоколадку мне подарила Полина. Спасибо большое. А эти два подарочка от Лилианы. Начнем, пожалуй, с открытки. Открытка очень яркая, зеленого цвета. Молодец, Лилиана, ты хорошо постаралась. Тут есть надпись «Богдан Егоров с днем рождения» и циферка 11. Мне исполнилось 11 лет, кто еще не знал. И по бокам цветочки снизу. Она сделана из рельефного кордона. Ну и тут надписи, когда открываем. Богдан, с днем рождения. Побольше кукол, здоровья, счастья, радости, шоколада, оценок, веселья, заботы, цветов, улыбок, друзей, бигеров, любви, звезд, защиты. Спасибо большое, Лилиана, за такие теплые слова. Также Лилиана мне подарила вот такой вот очень красивый блокнотик. Давайте его откроем. Очень качественный и хороший блокнот. Обязательно буду рисовать в нем что-то или писать, например, свои желания там, записывать номера. Спасибо, Лилиана. Хороший блокнотик, мне он обязательно пригодится. Спасибо. Также передаю тебе привет. А этот рисуночек от Даяны. Очень красивый, молодец, Даяна.
хорошо все нарисовано. Вига Егоров, с днем рождения! Желаю счастья, много подарков и кукол. Тепла, чтоб маму не огорчал. Мама в виде Фрэнки нарисована. И тут вопросик был сзади написан. Как относится твоя мама, то, что ты снимаешь видео? Относится она к этому хорошо, она меня поддерживает. Спасибо, Даяна. И еще один рисуночек от Лауры. Вот такой вот рисуночек от Лауры. Яркий тоже и красивый. Большое спасибо, Лаура. Как вы видите, ваши пожелания исполняются. Это замечательный подарочек от Радмилы. Вы только посмотрите, сколько Радмила подарочков положила в пакетик. Что мне сразу пригляделось, это вот такие вот две свечки в виде шампанского. Такие очень интересные, креативные и вкусно пахнут. Спасибо, Радмила. И еще вот такая вот мини-кружечка. Давайте я сейчас ее открою и посмотрим на нее поближе. Ух ты, какая миниатюрная. Просто как маленький сувенир. Как будто на этой кружечке рисовали пещерные жители. Вау! Радмила мне сплела портфель для моих кукол Monster High, так мило. Как будто даже для Хита можно сделать огненные такие цвета. Спасибо, классный портфель, молодец, хорошо сплела. Также тут лежали сладкие вкусняшки. Это желешки такие, надо будет их попробовать. Спасибо, Радмила. И лего-человечек, я люблю лего, особенно этих желтых жителей. Маленький такой. Спасибо, Радмила. Кстати, лего я покупаю только из этих человечков. И ты вот так вот мне сделала такой вот подарочек, положила его в пакетик. Радмила положила пакет, и в нем много-много ракушек. Вау! Сойка-пересмешница маленькая! Кулон в виде сойки-пересмешницы. Также Радмила мне подарила флажок Monster High от гильды. Спасибо. Ну и, конечно же, открытка. В день рождения. Пускай невезуха, косяк и облом всегда стороною обходят твой дом. Опруха, халява, лафа и везуха, пускай к тебе в гости приходят без стука. Спасибо за такие пожелания. Прикольная открытка. Яркая, тем более. Радмила мне написала письмо, и тут было 4 вопросика. Отвечу я на один, на третий. Хочешь ли ты Гулёпу? Конечно, она такая классная, необычная. Это огромная такая кукла в Monster High. Скоро она выйдет в продажу в Америке. Ну это все, что подарила мне Радмила. Хочу сказать большое спасибо от моей души. Передаю тебе привет. Спасибо, что пришла на мою встречу. А эти 2 подарочка от Арины. Первое, что я открою и посмотрю, это ее открытка самодельная. С днем варенья. Желаю чистого неба, мягкого хлеба, родниковой воды и никакой тебе беды. Спасибо, Арина. С днем рождения и уточка. А это маленькая коричневая коробочка от Полины. Самодельное платье. Носочки. Большое спасибо, их, наверное, сложно было делать. И браслетики. Спасибо большое, Полина, за твои подарочки. Спасибо, что пришла на встречу. Передаю тебе большой привет. Следующий подарок от Адемы. Адема мне подарила фенечку. Очень яркая, блестящая фенечка. Мои кошки очень любят фенечки, особенно в них играть. Также здесь лежали браслетики для кукол. Ух ты, а идет. Красочный рисунок с днем рождения, Бига, Егоров. Спасибо большое, Адема. И самодельная открытка. Спасибо большое, Адема, за такие подарочки. А также спасибо, что пришла на мою встречу. Передаю тебе большой привет. К сожалению, я не знаю, от кого эта открытка, но мне очень приятно. Спасибо, что ты мне ее подарила. Эта открытка самодельная, и мне очень приятно получать самодельные открытки, так как они сделаны с душой и с любовью. Кармашки есть
миленький призрак фиолетовый. Он как раз-таки подходит к спектре Picture Day из Monster High. И в кармашке лежал призрак, записочка и просто невероятно шикарная обувь. Она тоже сделана своими руками. Я ее одел на Great Monster оборотня. И смотрите, как ей идет. Такие розовые ленточки, очень нежные. Желтая открытка, и тут написано Богдану. У тебя просто золотые руки. Все эти подарочки от Медины. Медина мне подарила раскраску Monster High, оригинально выполненное письмо, значок Monster High и карточка с монстряшками. А также два монструозных колпачка. Ну и, конечно же, главный гость этого видео, вы его, наверное, уже заметили, это очень-очень мягкий плюшевый мишка от Жамери. Ой, он большой, шелковистый. Огромное спасибо, Жамеря. Я каждый раз с ним сплю. Такой мягкий, он мне напоминает своего котика, газового шарика. Прям его обнял, и так спать хочется. Вместе с этим чудом Жамеря мне подарила открытку. Спасибо большое, Жамиля, за невероятно мягкого мишку и за теплую открытку. На встрече мне подарили... Твайлу! Да, вы не поверите, но мне подарили Твайлу. Я просто в восторге от этой куклы. Она одновременно простенькая, но и яркая. Она совсем отличается от своей базовой Твайлы. Очень красивая. Эту Твайлу мне подарила Юля. Огромное тебе спасибо. Ну, у меня просто нет слов. Когда ты ко мне подошла и вручила Твайлу, я просто потерялся мыслями. Блин, вау. Как? Я не ожидала, что мне подарят на встрече куклу Monster High. Офигеть. Я до сих пор не верю этому. Она такая милая. Каждый раз ей восхищаюсь. Я ее давно хотел, даже участвовал в конкурсе, чтобы ее выиграть. Но вот так вот случилось, что ты мне ее подарила. Огромное спасибо. Ну а потом мне подарили Авию Троттер. Я просто не могу поверить. Авию мне подарила девочка Белла из канала Белла Штейн. Ссылка на канал будет под видео. Очень классные видео, не обязательно посмотрите. У меня просто нет слов. Когда Белла ко мне подошла и дала мне эту куклу, я спросил, ты уверена? И она сказала, да, просто хочу тебе ее подарить. Я чуть в оморок не упал. Я закричал, сказал, мне подарили Авию. Это была моя хотелка. Я хотел и Бониту, и Авию. Думал, что Бониту и Авию я куплю сам. Оказалось так, что Белла исполнила мою мечту и подарила мне Авию. А Бониту уже я сам куплю. Я от нее в восторге, что уж уже сказать. Она такая особенная, уже распакованная. То есть, если бы она была в коробке, то ее непонятно когда распаковал. Очень красивая и яркая девочка. С характером, кстати. Как раз я хотел дополнение к Нейтану. И теперь она с Нейтаном вместе на стеллаже стоит просто отлично. Обязательно на нее будет обзор. Нет слов просто. Авию подарили на встрече. Она же так дорого стоит. И, кстати, Белла и ее мама приехали на мою встречу из Дубая. С моей встречи Monster Highliver'ов и Биггер'ов приехали две очень милых девочки из Карасайского района. И они мне подарили деньги, и на эти денежки я купил себе свою хотелку. Эти девочки смотрят всей семьей мои видео и уже второй раз на моей встрече. Мне очень приятно то, что вы приезжаете из такой дали на мою встречу. Спасибо вам огромное. И так вот, на эти денежки...
я купил себе свою хотелку. Вам, наверное, уже очень интересно, что находится в этом пакете. Не буду тянуть время и покажу вам, кто это. Та-да-дам! И это... Аманита Найтшейк. Немного вредный цветочек, правда? Ну, она, конечно, с характером. Я ее так хотел себе в коллекцию, и вот моя мечта осуществилась. Я думаю, она отлично дополнит всю мою коллекцию кукол Monster High. И когда я купил эту куклу у Алены Джоу-Джоу, и, кстати, Алена приехала на мою встречу, и когда я купил у нее Аманиту, Алена сделала для меня вообще шикарный просто подарок, великолепный. Это довольно старая кукла, она давно была, я не помню, 2008 может год. Это Гурия с Калшорс. Да, вы, наверное, удивитесь, почему не Гурия с Витскримс или какие-нибудь новые Гурии. Она мне настолько нравится, потому что вырезка первых Гурий мне очень нравится. Например, как базовая или у этой. У меня есть одна Гурия с Кариш и больше никакой. Представьте себе. И вот у меня Гурия появилась вторая. И это подарок от группы продажи кукол Monster High for After High в городе Алматы от Алены. Нет, реально, красивая Гурия. Огромное тебе спасибо, Алена. Тебе тоже хочу передать привет и спасибо, что пришла на мою встречу. И в завершении этого видео я хочу вам сказать большое спасибо от всей моей души и от всего моего сердца. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы меня смотрите. Большое спасибо за ваши щедрые сердца. Если бы не вы, то этот праздник не состоялся. Спасибо за ваши теплые пожелания, которые согревают мне душу и поднимают мне настроение. Я всех вас очень сильно люблю. Ну и вот видео подходит к концу. Надеюсь, оно было интересным. Пока! Спасибо за лайки!